Всем привет, с вами GND12, я наконец-таки установил MIDI и NetNewRen, давайте мы ее протестируем. Я не взломал, я ее только скачал. Давайте начнем, посмотрим, что MIDI там преподнес нам в новой бинаре. Сейчас я звук включу, он так у меня включен. Сейчас ждем. Звук работает. Странно. Я пока поставлю на паузу, чтобы узнать, что происходит. А вот и запустилась наша игра. Welcome, please read Team Asset Play. Я не знаю, что нажимать, потому что тут все на английском. Видите, то есть свое имя. Напишу 12. То есть нам спросили, сколько лет нам. О, немножко. Dollwood Assets. Он что-то закачивает. Быстрее закачу. Я пока поставлю на паузу. Пока закачивает. Ну вот, загрузка закончилась. Вот, нажимаем тут bingo. Here is a command to you. You best pal Jojo. Я не знаю, что в английском. Давайте посмотрим. Learning. О! When I jump. Прикольное обучение. Так, у нас опять прогружается долго. Ну да, медленнее, тот еще тролль. Ладно, поставлю на паузу. Вот, загрузилось. Первый день. Так. Мне уже начинает нравиться. Меню. Вау! Так, давайте заглянем. О, добавляю типа Angel Learning. У нас долго прогруживается. Так еще их надо открывать. Так, в костюмерную зайдем. Посмотрим, что в костюмерной. Так, это обычный. Так, эти пират. Вот прогрузились. Пират с военный. Эти еще не прогрузились. Лаборатории. Тут некоторые, конечно, под лондонской. О, золотой, я знаю. А вот улучшение оружия. Их надо еще, оказывается, открывать. Вот незадача. Давайте мы просто не будем. No. Вот Донни, выйти. Донни. Давайте начнем. Посмотрим, что нам будет. О, лонинг. Как ты все медлишь? Я поставлю на паузу, пока он прогружается. Вот, типа уже 90%, немножко прогрузилось. И сейчас будет 100%, и мы оценим игровой движок MIDI, который, кстати, обновил. Ты будешь работать, игра, или ты вся зависла? Нет, не зависла. О, все загрузил. Добро пожаловать в кошмар. Акт 1. Вау. Мне уже нравится. Разработчики, вы молодцы. Вот только немножко просто.
Ром, ты куда? Ой, 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 ой. Ой, а это что? Что за чмо? Это только все лагает. А, тут могут работать автоматически, если, скажем, ты не прыгаешь. О! Без хп. А то есть, чтобы дальше идти. А, теперь дошло, как это работает. Получай. Ну, то есть, очень мало стали урона. Разработчики, вы молодцы. А, он может случайно, кстати, убивать своих. Игра, конечно, сложная. Но разработчики, хей, вы молодцы. Так, он уходит. А, теперь обсидиан, типа, просто нет, их, типа, попросту убрали. А, их так можно, кстати, крушить. Вау. Нравится мне уже эта игра. Разработчики, молодцы. Вот нравится, когда вы радуете людей, а не огорчаете. Класс. Это классика. И баги исправлены, пофиксены. А, нет, теку никак не известно. Ни разу не умер. А, уже умер. Почему урон? Осталось еще 3. Классная игра. Разработчики, вы молодцы. Мы прошли игру. Нет, 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 не верю. Пока, осьминог. Учись на пятерке. Акт комплейд. Акт пройден. А, тут надо еще забирать беконовый суп. Так. Игра не зависла. А что? Так, это какой-то андроидовский баг. No. Не хочу выходить. Что мне сделать, скажите? Окей, я пока положусь, что тут не так. Ладно. После долгих тут мучений все-таки не разобрался, почему я дальше не могу сделать. Но игра классная, я всем рекомендую. Ссылку по ссылке его можно скачать в описании. Она находится в Play Market. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пока.